FX Impact МК-2, Crown, Continuum, то есть последняя версия. Это Егерь Bullpup, ствол полигональный Lothar Walter. Не знаю, почему так вышло. Привет, друзья! Сегодня на нашем канале превосходные винтовки. Три винтовки. Будем из них стрелять. Немножко про них я сейчас расскажу, с чего мы будем стрелять. Это шведский FX Crown. МК-2, если не ошибаюсь, он у нас впервые на обзоре, хотя они уже выпускаются больше года. Continuum, то есть последняя версия. Ну и из нового здесь вместо ласточкиного хвоста планка Weaver стоит, такая же, как на импакте. В остальном немножко улучшен дизайн и заредукторное пространство чуть-чуть побольше. Оборудован он стволом 600 мм, калибр 6.35. На него мы поставили прицел Маркул Сталкер 5x30x56 с сеткой Mar 130. Второй у нас претендент на звание одной из самых лучших винтовок. Это FX Impact МК-2 второй серии. Сейчас, в принципе, уже есть третья, но тем не менее. Компактное исполнение у нас впервые, оборудован пауэр-пленумом, то есть большим заредукторным пространством. У М3 оно еще больше, кстати говоря. Вот такие вот новые относительно магазины крупные, а это крауновский магазин, он поменьше. Крупный здесь не поставить из-за того, что он слишком высоко и прицел тогда невозможно будет установить. У импакта компакта колба меньшего объема, маленькая такая бутылочка 0,3 литра вместо 0,5. Стволик, как вам может показаться, очень короткий, но на самом деле он полметровый, то есть 500 мм. Ствол Smooth Twist. В отличие от предыдущих версий, крупные манометры FX очень удобные. Этот манометр показывает давление непосредственно в колбе. А этот манометр показывает давление в заредукторном пространстве. У нас установлено чуть на меньше, чем 150, то есть рекомендованное давление. И стоит вот такой вот крутой прицел Discovery с большими тактическими башнями 5x30x56 HD серии с немецкими стеклами. Вот такой, скажем, один из лучших китайцев. То есть прямой конкурент Маркулу 5x30. А это у нас отечественное изделие. Изделие от русской оружейной компании. Это Егерь Bullpup с 550-м полигональным стволом Lothar Walter. Соответственно, редукторный. То есть все винтовки три редукторные. Мы работаем в одинаковых условиях. Только здесь ствол не чоковый, а полигонал. Стоит крутой прицел Свар. Сваровский Z6i. Ну, ложе тоже, как мы видим, отборное, очень красивое. Установим как-нибудь получше, чтобы не упало. Не упадет, надеюсь. Так, стрелять будем всеми винтовками одинаковыми пулями. King Heavy, GSB, Чехия, 2,2 грамма. На одинаковых скоростях. 2,7 метров в секунду. Все три винтовки у нас будут стрелять. Все одинаково, одинаковые условия. Расстояние 54 метра. Ну, потихоньку приступим к стрельбе, пока дождь не начался. Ну что, стреляем на 50 метров. Ветер, конечно, порывистый, но мы не в тех условиях, чтобы выбирать еще и погоду. Поэтому что получится?
Вот, соответственно, сделаю 6 выстрелов из FX Crown. Мы ее отложим. И будем стрелять из FX Impact. Также сделаем 6 выстрелов. Правильно я поставил все? Вроде да. И 6-й. Стой. Так. И теперь подошел черед к егерю от русской оружейной компании. Bullpup с колбой. Редукторный ствол полигональный Lotter-Walter. Смотрите, кстати, интересная вещь, как разряжается. Ну, может, кто-то не знает. То есть, чтобы, соответственно, деактивировать винтовку, вместе возвращаем, и все, она разряжена. Побежали смотреть, что у нас вышло. А, как я и говорил, порывистый ветер временами, но кучи получились, я бы сказал, отличные. Вот. Ну, и винтовки, скажем так, предел совершенства на данный момент. Что одна, вторая, что третья. Вот, сейчас поглядим, посмотрим. Так, ну вот. Слева направо. Сейчас я достану монетку. Слева направо. Это у нас Crown. 6 выстрелов. Ну, куча, по-моему, супер. Там сантиметра полтора, наверное. Это Impact. Получается 3 и 3.
Ну, видимо, в этот момент подул ветерок. Но тоже кучность в пределах, то есть закрывается монетой, я считаю, отличная. По егерю. По егерю первые 5 выстрелов у меня, нет, не 5, 4 выстрела у меня получились прям ровно сюда. Здесь у меня получился один отрыв, то есть в сторону сантиметра, наверное, полтора. И 6-й выстрел я уже завершил обратно, то есть его поместил. Не знаю, почему так вышло. Может, одна пуля какая-то мятая была. Но, как мы видим, группы с этих винтовок приблизительно одинаковые. Ну, если сухой статистикой сказать, что с Крауна получилось самое лучшее, наверное. Вот. На втором месте импакт, на третьем егерь. Но это все очень субъективно. Я считаю, что винтовки показали себя приблизительно одинаково. Вот. А все эти винтовки продаются в Охотника.нет. Их можно купить. Егери, например, в наличии. Там части фиксов в наличии, некоторые под заказ. Винтовки, пристрелка, настройка винтовок, любой тюнинг и доработка в Охотника.нет.